Не замерзнуть тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, помогают в Центре милосердия. На территории работает временная утепленная палатка. По словам специалистов, с наступлением холодов обращений стало больше. Сейчас там проживают 80 человек, но и самой организации требуется поддержка. Прежде всего это касается продуктов с длинным сроком хранения, бытовой химии и медикаментов. Я приехал в Сиводровска, там жить негде. Мне пришлось сюда ехать. Места жительства своего нету, жилья. Вот так получается в жизни, что без дома своего, на улице. Конечно, вот этот рост, он связан, вот последний период, да, вот полтора года, да, вот напряженность в количестве, она не снижается. К нам же приходят, мы переодеваем или одеваем, вот. А для этого же вещи нужны. Такие службы работают и на территории северных округов. Например, помощью бездомным в Нижневартовске занимаются сотрудники социального патруля. Там не только предоставляют временное место в доме-интернате, но и помогают восстановить документы. А в случае, если человек отказывается ехать в учреждение, то сотрудники выдают нуждающемуся продуктовый набор.